И теперь совсем новые оценки в адрес России звучат даже со стороны американских кинодеятелей. К примеру, сегодня в интервью журналистам президентом Путиным восхитился звезда боевиков Дольф Лундгрен. Когда-то он сыграл русского боксера в культовой саге «Рокки». Сегодняшнюю фразу актера о российском лидере можно перевести как «Черт возьми, да Владимир Путин довольно крут». О ядерном потенциале России сегодня в неожиданном ключе высказался голливудский актер Дольф Лундгрен. Звезда боевиков, среди прочего, прославившийся ролью русского боксера Ивана Драго в фильме «Рокки 4», дал интервью одному из шведских изданий. У актера поинтересовались, как он относится к президенту России. Да, черт возьми, я считаю его довольно крутым. Повезло, что он следит за этой страной, потому что если бы на его месте сидел какой-нибудь слабак, то кто знает, как бы все повернулось. У них ведь не менее 5000 ядерных боеголовок. И ясно, что нужен кто-то, кто будет следить за чертовым порядком. А он с этим неплохо справляется. Лундгрен добавил, что американцы всегда в поиске плохих парней, с которыми они вынуждены бороться. Вот сейчас эта роль выпала русским.